Здрасте, с вами Даня Крастер. Значит, сегодня у нас реставрация тисков. И я предлагаю сделать это в классическом виде реставрации, без озвучки, просто залипное видео о том, как тиски превращаются в новые пиздатенькие тиски. Погнали! Короче, эта смывка настолько жесткая, что она даже сквозь перчатки проникает и начала поджаривать мне пальцы. Я думаю, что вот такая комбинация должна защитить от этого говна. Злая вещь.
Вот такие вот пироги на сегодня. Надеюсь, что от просмотра этого видео вы получили столько же удовольствия, сколько и от процесса работы. Реставрация – дело такое, оно медитативное. Торопиться здесь не надо, и Масло он решил подкачать, а? Как вовремя. Торопиться здесь не надо, если вы хотите добиться хорошего результата. Все умеренно, вымеренно, потихоньку, все надо делать грамотно. Надеюсь, что я не упорол геометрию этих тисков, судя по тому, что подвижная губка нормально прижимается к основной, основную можно до сих пор выставить в нули, и они вроде как даже смыкаются, но как они будут работать, посмотрим в процессе фрезерования. Теперь у нас есть хорошие тиски для фрезеровки. Такие дела. Спасибо за просмотр. Если вам нравятся видосы про технику, науку и технику, околонауку, популярную механику и всякие прочие пироги, подписывайтесь на канал и не забудьте поставить лайк этому видео. Вы помогаете тем самым каналу, мне и всем, кто занимается DIY-ами нашими любимыми. С вами был Даня Крастер.